Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по охране труда. И сегодня мы поговорим о том, на самом ли деле кадры решают все. Тема сегодняшнего занятия – человеческий фактор. Это ключевой фактор безопасного труда. Основным методом охраны труда является использование технических средств безопасности. И решается это через две основные задачи. Первое. Создание машин, инструментов, технологий, при использовании которых несчастные случаи снижаются до минимума. И второе – создание специальных средств защиты, охраняющих человека от опасности. Однако, по данным статистики, по крайней мере в двух из трех несчастных случаев главным виновником является не техника, не технологический процесс, а сам работающий человек, который по тем или иным причинам нарушал трудовой процесс или не использовал предусмотренные средства защиты. Возникает вопрос, почему люди, которым от рождения присущ инстинкт самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь человек сам не должен стремиться к травме. Такие случаи происходят либо по независящим от человека причинам, либо тогда, когда его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить проявление подобных происшествий, нужно прежде всего обозначить эти причины и уменьшить их влияние. Итак, выявлены несколько обстоятельств, способствующих возникновению несчастных случаев и аварий. Первое. Достижения науки позволяют при разработке техники делать ее менее опасной, создавать соответствующие средства защиты от опасности, выбирать способы действия с учетом опасности и так далее. Однако, несмотря на эти меры предосторожности, с развитием техники опасность растет быстрее, чем противодействие ей. Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека более жесткими и опасными, это рост цены ошибки. Теперь люди чаще гибнут от тока высокого напряжения, калечатся при использовании все более мощных грузоподъемных или транспортных средств, падают с высоты многоэтажных домов и падают не на землю, а, к сожалению, на асфальт и бетон. И третья причина. Привыкание человека к опасности. Используя благо, даваемое техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что техника обычно является еще и источником высокой опасности, а интенсивное использование ее повышает возможность реализации этой опасности. Постоянное взаимодействие с опасным оборудованием ведет к тому, что человек перестает бояться того, что на самом деле является очень опасным. К счастью, далеко не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это имеет и обратную сторону. Люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив за счет этого какую-то мелкую даже выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и привычка к нарушениям правил. Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных, чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Допустим, показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску и многие другие. Следовательно, одним техническим путем проблема безопасности решена не может быть. Более того, совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более заметными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека приобретают все большую значимость. В чем состоят причины неправильных и ошибочных действий человека? Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные факторы. Отсутствие, допустим, у человека необходимых для данной работы качеств психологического или физиологического порядка.
недостаток знания или опыта, или же нарушение физического или эмоционального состояния. Поговорим более подробно о причинах опасных действий. Любое опасное действие, как показали исследования, может быть следствием одной или нескольких групп причин. Например, неправильная оценка состояния обслуживаемой установки может быть результатом недостатка профессиональных знаний или отсутствия нужного времени для этой работы, или просто игнорирования работникам требований о проверке состояния данной установки. Обобщение материалов расследования производственных несчастных случаев и аварий позволяет все многообразие непосредственных причин опасных действий свести к четырем группам. Первая группа причин, когда работник не умеет. Это означает, что работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, не овладел соответствующими навыками, методами, не владеет приемами и способами. Вторая группа причин. Работник не хочет. То есть работник умеет качественно и безопасно выполнять данную работу или операцию, однако у него нет желания соблюдать требования безопасности или, иначе говоря, нет мотивации. Не развита психологическая установка на соблюдение этих требований. Третья причина, когда работник не может. Это означает, что работник находится в таком физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на умение и несмотря на желание, допускает опасные действия. И последняя причина, когда работник не обеспечен. Он не обеспечен необходимыми условиями, инструментами, материалами, приборами, информацией и даже, может быть, временем. Первые три группы причин, первая, вторая и третья, обусловлены индивидуальными и личностными особенностями и качествами работника. В целом, эти причины мы можем назвать конкретным человеческим фактором. А вот четвертая группа непосредственных причин является внешним по отношению к работнику фактором. Иначе говоря, это производственная среда, в которой протекает деятельность работника. Все четыре выделенные нами группы непосредственных причин опасных действий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня, которым следует отнести к сфере организации и управления производством. Обычно эти причины и называют организационными. Итак, еще раз более подробно остановимся на причинах опасных действий работников и организационных моментах, которые могут быть устранены в процессе производства. Итак, первый класс причин, когда работник не умеет. Это значит, что он не владеет необходимыми для данной профессии или работы профессиональными знаниями. Он не владеет специальными методами, приемами, навыками. Он, может быть, не способен к обучению, самообучению и запоминанию. И тогда на уровне организации мы можем выяснить, что значит на производстве неэффективная система обучения, инструктажа, тренировок, контроля знаний и умений, неэффективная система профессионального отбора. Вторая причина, когда работник не хочет, то есть у него негативная установка на выполнение требований безопасности. Сюда можно отнести проявление его качеств недобросовестности, безответственности, недисциплинированности, пассивности, предрасположенности к риску или мотивация, побуждающая к нарушениям требований безопасности. А это значит, что на производстве или в организации неэффективная система профессионального отбора, неэффективная система стимулирования, неэффективная система пропаганды и воспитания, возможно, даже неблагоприятный психологический климат в коллективе, неэффективная по критериям безопасности система организации и оплаты труда, возможно, низкая культура производства. Третья причина, когда работник не может.
Это значит, что у него временное или хроническое недомогание, усталость, нервный срыв, возможно, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, боязнь, растренированность, рассеянность, в том числе, может быть, алкогольное и наркотическое опьянение, физическая слабость, замедленность психомоторных реакций, недостатки зрения, неразвитый глазомер, дальтонизм, тугоухость, неспособность дифференцировать звуки, слабая память, слабое оперативное мышление. Это значит, что на уровне организационных методов на производстве может быть неэффективная система профессионального отбора, неэффективная система лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, не совсем благоприятный психологический климат в коллективе. Четвертая группа причин – не обеспечен. Это значит, что работник не обеспечен инструментами, материалами, средствами. Это может быть несоответствие условий на рабочем месте санитарно-гигиеническим требованиям, недостаток времени у рабочего на выполнение операции, необеспечение информации об обстановке на рабочем месте или об опасностях предстоящей работы. В организационных причинах может быть неудовлетворительная организация труда, неэффективная система обеспечения контроля за состоянием рабочих мест, неэффективная система обеспечения оперативной информации. Очевидно, что для безопасного труда эти причины должны быть устранены. Тогда формулу необходимых и достаточных условий для безопасного труда конкретного работника можно представить в очень простом виде. Безопасный труд работника – это когда работник умеет, плюс работник хочет работать безопасно, плюс работник может работать безопасно, и четвертое – обеспечен всем необходимым, чтобы работать безопасно. Первые три элемента в своем единстве – это то, что называется человеческим фактором, формирует безопасное поведение, то есть действие или деятельность работника. Четвертый элемент нашей формулы «обеспечен» относится к области организации и управления производством. Что же еще может влиять на безопасность труда? Выделяют несколько факторов. Среди них свойства характера. Среди особенностей характера работника, связанных с подверженностью травматизму, чаще других называют агрессивность, чрезмерную самоуверенность, слабую дисциплинированность, тревожность, нерешительность, чрезмерную замкнутость или, напротив, общительность, независимость, критичность и склонность к риску. Эти качества оказываются связанными с подверженностью травматизму только когда сила или слабость этих качеств и проявлений выходит за среднестатистические рамки. Второй фактор – пол. Практика показывает, что при прочих равных условиях несчастные случаи с женщинами, как правило, происходят значительно реже, чем с мужчинами, несмотря на то, что ошибок в работе женщин в общем бывает больше. Однако такое превосходство женщин проявляется только при работе в нормальных, обычных условиях. При усложнении условий работы, особенно в экстремальной обстановке, надежность и безопасность работы женщин существенно понижается. Женщины также быстрее утомляются, острее реагируют на организационные неполадки и на опасные ситуации. Таким образом, женщины реже создают опасные ситуации, а вот мужчины в подобных ситуациях в большей мере способны избегать несчастных случаев. К факторам может относиться стаж и возраст. Статистика свидетельствует, что среди пострадавших от несчастных случаев на производстве преобладают молодые люди в возрасте до 25 лет. Это так называемый первый пик травматизма. Однако анализ конкретных несчастных случаев позволяет заключить, что целесообразно соотносить травматизм не сколько с возрастом, сколько со стажем работы.
В то же время при профессиональном стаже примерно 5 лет отмечается второй скачок числа несчастных случаев, причиной которого является уже неосмотрительность. Развитие профессиональных навыков рабочего, опыт работы без травм повышают уверенность в своих силах, создают ощущение, что ему все по плечу. И, к сожалению, это часто приводит к снижению осмотрительности, ослабляет профессиональную бдительность. Данное явление получило название вторичной беспечности. Одной из действенных мер профилактики вторичной беспечности служит более строгий контроль в отношении рабочих со стажем около 5 лет со стороны руководства. Психическое состояние как фактор опасных действий. Действия работающих обусловлены не только устойчивыми качествами, но и временным психофизическим и эмоциональным состоянием. Среди таких состояний в первую очередь называют утомление. А влияние усталости на подверженность несчастным случаям около 70 лет назад хорошо сказал Мессио. Несчастные случаи, вызванные усталостью, отличаются не большей случайностью, чем случай тифозной горячки, вызванной питьем плохой воды. Подверженность несчастным случаям существенно повышается с ухудшением состояния здоровья работающих. Значительное влияние на нее оказывает также состояние стресса. Стресс положительно мобилизующе влияет на трудовую деятельность, но только до тех пор, пока он не превысил критического уровня. Социально-психологические факторы как факторы опасного труда. Это взаимоотношения в коллективе и групповые нормы, коллективная позиция по отношению к опасности и мерам ее предотвращения влияют на подверженность работников несчастным случаям. Например, подавленное настроение, вызванное конфликтом с начальником, может помешать работнику правильно отреагировать на аварийную ситуацию, допустим, из-за внезапной поломки оборудования, что может привести к несчастному случаю. Отсутствие развитых норм взаимопомощи или атмосфера недоброжелательного соперничества могут помешать молодому рабочему обратиться за помощью в трудной ситуации к более опытному сотруднику. Это также может создавать предпосылки для возникновения травмоопасных ситуаций. Нередки несчастные случаи обусловлены преднамеренным нарушением правил безопасности, недостаточной согласованностью действий, неправильным руководством или контролем за проведением работ. Рабочий, особенно молодой, может пойти на рисковый шаг, например, работать на высоте без страховочных средств, чтобы прослыть в коллективе храбрецом или героем. Но если этот рабочий будет знать, что подобный поступок сделает его в глазах товарищей бездарным хвостунишкой или ненадежным парнем, то вряд ли он станет нарушать правила безопасности.